Привет, ну наконец-то, блин. Все хорошо, жив, здоров. Короче, глянь, на Миноборону пишите, в прокуратуру, танки неисправные, направляют на самый передок, вот нас сегодня направили начать наступление. У нас танки нерабочие, глохнут через каждых 50 метров, ебаный урод. На нас эти пи***ры орут, а мы сделать ничего не можем. Они посылают пацанов на убой. Тут просто ложатся в поле трупы, и хуй кто дает их забирать наших солдат, прикинь. Да я понимаю, ну напишу, писала я, а толку что? Блядь, напишу прокуратуру, на Миноборону, нахуй, выходите, рассадь, делайте что-нибудь, пусть приезжают, попробуют. Они пи***ы не дают, нахуй, даже родным звонить, нахуй. Уроды ебаные. 2-3-7. 2-3-7? Да! Ну, чё, это полк? Да, в котором сложим танки, не справляются, посылают на убой пацанов, блядь, пусть делают что-нибудь, ёбаные ублюдки, мы тут, у нас руки связаны, солнце, давай, целую, обнимаю. Are you listening? Damn.